Позади осталось лето, беззаботная пора. Платье новое одето, в школу я спешу с утра. 10 раз проверив ранец, снова бант перевяжу. И на всякий случай маму крепко за руку держу. Первый раз в первый класс, мы пойдем с тобой сейчас. Это самый главный праздник и для мамы, и для нас. Каблучками по асфальту мы стучим наперебой. Не спеши, сказала мама, не угнаться за тобой. Вот знакомый перекресток, а за ним мы школьный двор. Проходи зеленым глазом, подмигнул мне светофор. Первый раз в первый класс провожают мамы нас. Что же катится слезинка из ее красивых глаз? Вот девчонки, вот мальчишки, станем парами сейчас. Это тетя наш учитель, мы все вместе первый класс. Оглянусь, увижу маму, помашу рукой разок. Запоет над всеми нами самый первый наш звонок. Первый раз, первый класс, мы пойдем с тобой сейчас. Это самый главный праздник и для мамы, и для нас. Внимание! Здравствуй, школа! Ты не просто здание, ты для нас как будто дом родной. Ежедневно, каждым утром, к свиданию тщательно готовимся с тобой. Здравствуй, школа! А тебе с волнением пишем мы нескладные стихи. Каждый год приходит пополнение, а выходят лишь ученики. Каждый год сюда приходят шумные первоклассники, пестрый хоровод, звонкие, задумчивые и умные, и учитель в класс их поведет. Все собрались солнышком согретый, только первых классов что-то нет. Внимание! Весенний перебор! Я считаю, что нет ни
ни одного ученика, нет родителя, который бы накануне этого праздника был успокоен. Волнуемся все. Волнуемся взрослые и дети. Но особенно волнуются и волновались, наверное, наши сегодняшние первоклассники. Достичь таких высот вам нужно многое познать, многим овладеть. Но ваша ближайшая цель первоклассника – научиться читать, писать и считать. И в этом вам поможет ваша первая учительница Ирина Николаевна Мишулина. Приказ номер 102 от 30 августа 1996 года. Зачислить первый класс Пють Екатерину, Шабрину Марину, Бугакова Андрея, Белину Нину, Кучкову Екатерину, Микова Артема, Авдошину Антонину, Щелканову Юлию, Полежаеву Анну, Павлову Анну, Жечеву Марию, Полежаеву Наталью, Лопаеву Олесю, Тюнягину Анастасию, Поздина Константина, Альну Анну и Полежаева Сергея. Самым старшим нашим выпускникам, ученикам 11 класса. Они сейчас для вас прочитают вам наказ. О школе расскажи, честью школы дорожи. Содержи всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. Ты должен научиться считать, чесать, писать. И всем опять. Аккуратен, вежлив будь. Здороваться не позабудь. Должен знать ты на отлично, драться в школе неприлично. Чтобы был всегда ты весел, больше будет хороших песен. Чтобы был всегда здоров, кашу ешь, кефир и плов. Скушай папу, скушай маму и учительницу тоже. При условии программы, если что, то мы поможем. Если выполнишь наказ, во второй готовься класс. Хоть бы что, прохладно во дворе. Сегодня в школах настежь дверь распахнута с утра. Сегодня в школу в первый класс шагает детвора. И все надели форму школьную. Идем с букетами в руках. Идем счастливы и довольны праздник первого звонка. А мамы, бабушки волнуются, нас провожает первый класс. Цветы, цветы, цветы на улице, цветы у каждого из нас. И улыбается приветливо осенний ласковый денек. И идут на праздник семилетний на первый школьный свой урок. Учить мы приходим в первый класс. Все новое у нас. Кто-то где-то сделал партию. За кого? Для нас! Книги новые прислали. Для кого? Для нас! Карандаш, пирожки на нас. Для кого? Для нас! И 16 на 5, 1 класс. На звонок на перемене. Для кого? Для нас! Значит, нужно так учиться, значит, нужно так любиться, чтобы людям не стыдиться за кого? За нас! Администрация Чепецкого сельского совета Парамонова Людмила Алексеевна. Учителя, родители, поздравляю вас с праздником 1 сентября. Желаю вам побольше терпения, душевной теплоты, а детям вперед в страну знаний. Листья поздравления разносят, зажигают свечи тополя. С Новым годом вас, учителя!
Мы во всем желаем вам горения, самых удивительных идей, всей работы вашей вдохновения. Это вера добрая в детей. С Новым годом вас, учителя! Вам сердца свои открыли дети. Вам учить их мудрости на свете. Славой исполнится земля. С Новым годом вас, учителя! Класса.
на другой день. Так, ищите вторую записку в отгадке на загадку. Висит в прихожей на грабли, похоже. Кто знает, что это такое? Висит в прихожей на грабли, похоже. Ну, что? Ага. Вешалка, правильно. Значит, вторую записку будем искать в раздевалке. Так, пойдем искать в раздевалке вторую записку. А мы что, тоже пойдем? Можете с нами последовать. Пойдем Так, давайте-ка искать. Что же у нас еще? Где-то есть бумажечки, записки. Ну-ка, давайте искать. А вы можете помочь нам? Аня, ну-ка, еще вашу бумажку. Вы же играли в записи. Где же? Так. Ищите третью записку в отгадке на загадку. На железной клумбе цветы голубые помогают стряпать кушанье любые. Ну-ка, что нам помогает, где стряпать? В столовой. Ага, в столовой, правильно. Вот, пойдем в столовую. Так, а теперь давайте, ребятки, найдем записку. Где же у нас записка? Ну-ка, вот тут где-то ищите, вот где-то тут вот она. Ну-ка, давайте искать записку. Вот здесь вот она где-то. Не нашли записку? Есть бумажка. А вот теперь вы должны узнать, что такое, где находится. Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать, не надо умолять сестрицу, ну почитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать, а можно взять и почитать. Ребята, где можно книги взять и почитать? В библиотеке. В библиотеке. Прежде чем мы с вами туда пойдем, мы сейчас там в зале с вами сделаем небольшую остановочку и отдохнем. Хорошо? А то все бегаете, ищете. Пойдем. Мой разбойник, Карабас, Карабас, конечно. Для зверей и всякой птицы он открыл в лесу больницу. Это каждый подтвердит, что добрый доктор, ай, больница, совершенно верно. Вот и осень пришла, собираться пора. Дом огромный, что школой зовется. Завершилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже не вернется. Завершилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже не вернется. Сережки и Наташки, теперь мы первоклашки. И смотрим. Они остались в садике, Марины, Саши, Вадики. Они
чашки. Теперь мы первоклашки и смотрим на приятелей вчерашних свысока. Они остались в садике.